Кто что-то помнит? Поднимите, пожалуйста, руку. Кто-то что-то. Что-то конкретно по теме, которую мы сейчас проходим. Кто помнит, как называется тема? В микрофон, пожалуйста. Руку и микрофон. Шаббат шалом. Пророчество последних дней Церкви Израиля. А у кого есть еще мнение по поводу того, как называется нынешняя тема, которую... Или иврит. Ну, как бы мы искали по Библии пророчество, которое касается. У кого есть еще мнение, как называется тема, которую... Тема называется «Последние дни Церкви и Израиля». Ага, ну, хорошо. В принципе, тема так и называется «Церковь и Израиль в последнее время». Хорошо. О чем мы с вами говорили? Кто что помнит, поднимайте, пожалуйста, руку, берите микрофон и... В последнее время это то, что ожидает Израиль, церковь. И что мы об этом говорили? Ну, искали по Писанию и нашли в Откровениях то, что говорится о начертании, о том, что будут глады, моры, тяжелое время, что... Ага, хорошо. Ну, насколько я помню, это было так. Постольку-поскольку, еще есть у кого воспоминания? История является не то, что, допустим, в этом мире говорится об истории, а история является, ну, вот то, что мы в Библии читаем. То есть в Библии вот это история, все остальное земли, это да. Не история. Хорошо. Вот передайте, пожалуйста. А еще, чтобы понимать пророчество, нам нужно водительство Духа Святого. И нам нужно знать пророчество. Для чего? Ну, потому что, чтобы знать будущее, чтобы... Чтобы знать будущее? Ну, чтобы... Да. Чтобы для этого... Ну, пророки поэтому и предвещали то, что будет, и чтобы готовились к тому. Я понял. Кто еще что-то может вспомнить? Еще мы говорили про праздники Господни. Вот, мы говорили, что такое Шаббат, что такое Песах, что такое Шавуот. Вот, что это свидание с Господом, что это определенные столпы, что это указатели, в том числе последнего времени. То есть мы говорили о том, что праздники Господни имеют многогранное значение для нас. Это действительно как памятники о том, что Господь сделал в Израиле и для Израиля. Это как заповедь, которую нам полезно исполнять сейчас, поскольку это свидание, которое Господь назначил нам, и мы имеем взаимоотношения с Ним, мы Его любим, и если мы Его любим, то... Свидания, которые нам назначают, должны быть не безинтересны для нас. Правильно? Также мы говорили, что праздники Господни, они имеют и пророческий аспект, указывающий на Божий план спасения. И исследуя суть праздников, мы можем для себя очень много полезного подчеркнуть. О чем еще мы говорили? Еще говорили о том, что у Израиля есть история, которая написана. То есть они могут доказать и сказать, вот написано в Торе. Угу. И эта история, ну, от Бога, то, что у них отношения с Богом. Ну, мы, в принципе, говорили о том, что Бог является автором истории. Угу. Он управляет всем, что происходит и с Израилем, и с другими народами. Он знает от начала, что он собирается сделать, поэтому он может возвестить. И возвещает, и нам необходимо исследовать то, что он уже сообщил через своих пророков. Для чего? Для того, чтобы распознавать знамения времен.
Ишуа неоднократно обличал и весь народ, и каких-то отдельных людей обличал в том, что они не распознали, не знали того, что они должны были знать. Они не распознали времени посещения своего, что привело к очень плачевным последствиям для народа. Так. Еще о чем мы говорили? Все, больше никто ничего не помнит. Микрофон, пожалуйста. Мы говорили еще о том, что мы рождены, что Адам был сотворен, вот, а Еву сконструировали, а мы рождены, что мы совершенно новое. Ну, об этом мы тоже говорили не в контексте нынешней темы, а как отступление. Да. Хорошо. Значит, давайте теперь я попытаюсь в двух словах пересказать то, о чем мы говорили на прошлых занятиях, для того, чтобы наполнить как бы основную тему. Значит, изучая историю, которую изучают в школах, в институтах, в университетах, как бы мы там выписывали кое-что там на доске, значит, и пришли к выводу, что это, в принципе, весьма необъективная история. Во-первых, потому что она ограничена в освещении каких-то, ну, в географическое ограничение имеет. Значит, она имеет также ограничение национальном, скажем так. Ну, то есть, если мы изучаем историю греков и римлян, то об Израиле мы в этом плане вообще ничего не знаем. Если учесть, что история Израиля намного древнее, то мы ничего не имеем. То есть, изучая именно мирскую версию истории, мы имеем мизерное представление о том, что же происходило с человечеством на протяжении тысячелетий. Но изучая библейскую историю, историю Израиля, значит, мы можем увидеть, что же действительно происходило с человечеством, какие у Бога намерения, какие у Бога цели и как Он это реализует. То есть мы имеем более-менее объективное представление об истории по одной простой причине, что это взгляд Бога, который излагает его нам, передавая через пророков. Значит, и следуя Писанию, мы можем действительно более-менее объективно взглянуть. Значит, мы можем, изучая историю, библейскую историю, изучая пророчество о прошлом, о настоящем, о будущем, значит, мы можем понять и определить, в каком конкретно историческом моменте мы находимся. Также мы говорили о том, что Бог дает пророчество, точнее, в пророчествах дает предсказание каких-то событий в будущем, не для того, чтобы мы знали будущее, потому что если бы Он хотел, чтобы мы знали будущее, Он просто составил бы список всех событий во всех местах, во все времена, и мы бы досконально знали бы историю прошлого, настоящего и будущего человечества. Нам Бог дал это в другой форме. Значит, и дал это для того, чтобы мы были готовы к определенным событиям, которым предстоит произойти еще. Более того, чтобы мы таки понимали, в каком историческом моменте мы находимся, для того, чтобы мы знали, что нам делать в этом историческом моменте. Понимаете? Потому что недостаточно знать, где мы находимся. Еще очень важно знать, что мы должны делать. Помните, когда Ребе Шауль, впоследствии Павел, встретился с Ишуа в Дамасской пустыне? Первый вопрос, который он ему задает, кто ты, Господи? Второй вопрос он задает, что повелишь мне делать? То есть точно так же мы для себя должны из Писаний четко понимать, кто такой Господь, кто Он для нас, кто мы для Него и что Он ожидает от нас, каких действий. Потому что, как написано, делами вера достигает совершенства. Точно так же, если мы называемся верующими, мы, соответственно, должны
делать какие-то дела. Какие конкретно, мы можем познать именно из изучения Слова Божьего и из непосредственного общения с Господом, и Духом Святым Господь направляет. Так как написано, что водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Значит, далее мы рассмотрели еще несколько отрывков, которые показывают, что если у кого-то есть как призвание, предназначение от Бога, человек это должен знать, он должен исследовать, и он должен следовать этому, иначе, если он это игнорирует, то Божий план все равно состоится, но мы можем оказаться в стороне от всего этого. И как Ишуа говорил, кто со мной не собирает, тот расточает. То есть из сотрудников Бога очень легко превратиться в противников Бога. Это понятно, да? Значит, дальше мы говорили, что Израиль, он таки должен был знать время пришествия, и Израиль ожидал Мессию, Израиль искал Мессию, многие евреи искали Мессию, но, к сожалению, далеко не все нашли. Ну, то есть тот, кто искал и искал правильно, значит, и жил в соответствии с Писанием, насколько ему это было возможно, нашли, встретились с ним, и мы видим, что действительно первая мессианская община, она состояла из евреев на протяжении достаточно долгого времени, и это было не 50, не 500 и не 1000 человек. Если помните, есть такое место, где Яков обращается к Павлу, говорит, вон сколько тысяч иудеев в Иерусалиме, и все они ревнители закона. То есть синодальный перевод, он нам не показывает правильное число. Это тоже интересный момент, почему люди, переводившие, делавшие синодальный перевод, взяли и изменили цифру 1000 на цифру 100. То есть 10 раз сократив умышленно количество верующих иудеев, верующих в Ишуа. Значит, теперь давайте мы попробуем все-таки посмотреть, что же Писание говорит о том, что должно произойти в последнее время. Значит, смотрите, я не знаю, успеем ли мы сегодня или нет, но я хочу, чтобы вы себе где-то отметили такой момент, что при исследовании пророчеств, как вообще при исследовании Писаний, очень важно понимать контекст, в котором звучали эти слова, кому они были обращены, значит, на ком лежит ответственность. Значит, мы должны для себя иметь четкие определения, кто такой Израиль, кто такой Иудей, кто такая церковь. Значит, какие есть отличия между Израилем и церковью, что между ними общего, значит, что такое остаток, мы должны четко понимать, что такое избрание как таковое. Для чего нам важно иметь четкое определение вот этих вот понятий? Для того, чтобы не заблуждаться, а интерпретировать пророчества именно так, как они даны. Потому что в результате отступления церкви, которая в основном состояла из неевреев уже на тот момент, значит, и отмежеванию от иудеев, церковь стала на антисемитское основание, официально это было зафиксировано на Никейском соборе в 325 году. Где главенствовал император Константин, лицо абсолютно недуховное и по своей жизни даже не христианин, хотя назывался таковым. Значит, и были зафиксированы для церкви определенные вещи, которые отрезали церковь от ее еврейских корней. Значит, в результате чего церковь и человечество погрузилось в период, который мы из традиционной истории знаем как средневековье, темные века, средневековье.
Значит, слава Богу, сейчас мы живем действительно в замечательное время, когда Бог восстанавливает историческую справедливость в отношении и Израиля, в отношении и церкви, и мы имеем возможность, действительно обращаясь к Писанию, исследовать и для себя четко определять, кто есть кто. Значит, и мы должны четко для себя понимать, что, соответственно, если Израиль и церковь — это разные группы, соответственно, у каждой из них есть своя миссия, свое призвание, свое предназначение, значит, и своя ответственность перед Богом. И мы не должны путать эти вещи. Мы не должны брать на себя то, что на нас не возлагалось, и игнорировать то, что возлагается на нас. Иначе нас ждут очень серьезные разочарования. Значит, смотрите, я хочу для начала показать, опять-таки, достаточно глобальную картину, которую нам открывает Писание. В вопросе взаимоотношения евреев-неевреев, в вопросе в отношении спасения человечества, в отношении того, как Бог планирует реализовать все это и какими событиями это может обернуться. Значит, смотрите, в Торе Бог своему народу открыл путь доступа к себе. То есть к Господу можно было приблизиться, только следуя тем указаниям, которые Он определил для своего народа. Значит, и вот в соответствии с этими требованиями, значит, к Богу приблизиться мог только только Израиль, или если говорить о личностях, то только представитель Израиля, то есть еврей. Если вот мы откроем книгу Левит, первая глава, где описывается, начинается описание жертвоприношений, предписанных для Израиля, там есть интересные моменты. Значит, с первого стиха. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу?» То есть, обратите внимание, объявляется это сынам Израилевым, когда кто из вас, то есть это не относится к неевреям, понимаете? Это относится только к сынам Израиля. Когда, если кто из сынов Израиля захочет принести жертву Господу. То есть в соответствии с Божьими постановлениями было четко определено, что приблизиться к Богу можно было только лишь через исполнение определенных вещей. Кто помнит, где конкретно Господь решил обитать? Ну, то есть, вот он принял решение обитать в Израиле, да? А вот в каком конкретном месте? Рука, микрофон. Бог пообещал обитать в скинии, которую построил Моисей. Еще мнение? На горе Синай. Он решил обитать на горе Синай, а евреев отправил в Ханаан. Нет, но Моисей. Ну, поднялся, а потом? Там потом Моисей получил заповедь о строительстве скинии. Потом скинии, да, там. У кого есть еще мнение по поводу того, где же решил обитать Господь? Таня, микрофон возьми, пожалуйста. И вообще, и в частности. Что ты помнишь по этому поводу? На Джастере мы это проходили. В сердце. Правильный ответ? В чьем? В нашем, в каждом из нас. Ну, я думаю, что, ну, действительно, в сердце каждого человека. Слушай, а когда он дал заповедь о строительстве скинии, он что сказал? Святой святых, да, там вот. Угу. Или я не так понимаю. «И построят святилище мне, и буду обитать среди вас».
Ага, оказывается, не во святилище, не во святом святых. То есть святилище это было необходимым атрибутом в Израиле для того, чтобы Бог мог обитать среди своего народа. Значит, причем буквальный перевод можно интерпретировать двумя способами. Там стоит предлог «б», который можно перевести «среди Израиля», то есть вот как бы промежду, ну, в народе, между членами народа, между людьми, да, значит, а можно буквально перевести как «внутри», то есть вот внутри каждого из евреев, понимаете? И открываться он собирался там Моисею, первосвященникам, вот именно во святом святых. Хотя при всем при этом есть места в Торе, которые говорят, что он будет открываться сынам Израилевым. Ну, то есть не все, смотрите, далеко не все сыны Израиля имели доступ во святое святых, понимаете, о чем я говорю? Во святое святых имел доступ только один единственный человек, первосвященник, и то раз в год. Значит, но Бог хотел открываться каждому человеку, и Он таки многим открывался. То есть, если мы посмотрим, далеко не все пророки были священниками, и тем более первосвященником. Понимаете, о чем я говорю? Но Бог открывался и открывал свою волю разным людям в разные исторические моменты. Значит, Бог действительно хотел открываться каждому еврею, но были очень четко определены правила приближения к Богу. Давайте вспомним, Бог выставил человека из Эдемского сада. Вопрос, было ли это совершенной волей Божьей отдалить человека от себя? Или это было все-таки для пользы человека в определенном смысле на тот момент? Как вы думаете? Рука, микрофон, пожалуйста. Ну, на тот момент после совершения их поступка Господь сказал, что поставим ангела, чтобы они не съели вдруг плод от дерева, ну, и не стали такими, как мы там. Ну, в смысле, не такими, как мы, а не обрели вечную жизнь. И для них, я думаю, на тот момент это было своего рода, может быть, даже где-то наказаниями, где-то уроком. Я думаю, что для человека это было милостью и благословением. Потому что если бы человек стал вечным грешником, для него бы это было бы невыносимая кара. То есть, понимаете, если бы человек в том состоянии вкусил от дерева жизни, он стал бы вечным грешником. А если человек, будучи грешником за 70-80 лет, приходит в ужасное состояние, как вы думаете, в какое состояние он пришел бы за 1000 лет? И тут есть одна проблемка. Человеку было бы все хуже и хуже и хуже, а смерти бы не было. Понимаете? Я думаю, что через 1000 лет человек мечтал бы о смерти. Но смерть бы к нему не приходила, потому что он вкусил бы от дерева познания, от дерева жизни. То есть, понимаете, какая проблема ожидала человека? И Бог явил милость этому человеку, Адаму и Еве, и выставил их из Эдемского сада для того, чтобы для начала все это дело исправить, чтобы человек мог быть искуплен, прощен, очищен, и тогда он смог бы приблизиться к Господу. Но до момента исправления человеку был определен путь, которым он мог приближаться. Этим путем мог приближаться только израильтянин. Значит, и он должен был выполнять определенные требования, которые Бог предписывал. Значит, при всем при этом, смотрите, Бог даровал Израилю землю, и на этой земле, в принципе, могли обитать не только израильтяне. То есть, если вы вспомните заповеди, которые Бог дал в отношении земли и в отношении народов, обитающих на этой земле. Значит, было 7 народов, которые необходимо было полностью уничтожить. Но при всем при этом из Писания мы видим, что есть представители этих народов, которые приняли власть Божью над собою, власть Израиля над собою,
значит, смирились с этим положением, и они остались живых. Есть один вообще очень интересный момент, вот гаваонитяне, да, значит, они понимали, что они обречены на смерть. И чтобы остаться на этой земле и остаться в живых, они приняли решение обмануть евреев, прикинувшись народом не из этих мест, значит, и им поверили, и они остались живых. Значит, и вот как вы думаете, вот, вот внутреннее ощущение состояния этих евреев, этих гаваонитян, которые вот знали, что они обречены на смерть, но вдруг события развернулись таким образом, что они остаются в живых. Да, они стали фактически прислужниками евреев на всю оставшуюся жизнь. Они должны были колоть дрова и носить воду. Но они остались в живых. Как вы думаете, они были рады? Да. Павел, ты что думаешь? Они были рады такому повороту событий? Знаешь, мне нравится одно место, сейчас я его даже не на слух, а вот именно процитирую. Ну, таким образом еще была проявлена милость в отношении, потому что могло быть печальнее. В принципе, если проводить параллель с Адамом, который должен был смертью умереть, но был изгнан из Эдемского сада, то по воле Божьей этот народ должен был быть истреблен, но в итоге это не было истреблено. То есть, да, это милость. Тем более еще как описывается там, что если у вас пришлец, да, там или племянник, то... Откройте, пожалуйста, Экклесиаст, 9 глава, 4 стих. Я, Паша, попрошу тебя прочитать это место. Экклесиаст 9.4. В микрофон. Красная такая. Маленькая. Да, нажимай, пока желтый не загорит. 9.4? Да. Кто находится между живыми, тому еще... Поэтому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Вот какой ты вывод сделаешь в отношении гаваонитян после прочтения этого отрывка? Ну, если есть надежда, значит... Значит, есть хорошо. Повод для радости. Значит, хорошо. Да? То есть это лучше, чем ее нет? Ну, конечно, само собой. Не, я же не говорю, причем обратите внимание, интересный момент. Писание говорит, вы были мертвы по преступлениям вашим. Да? Израиль, в принципе, в отношении своего греховного состояния ничем не отличался от других народов. Но у него была привилегия, и этот народ можно назвать живым, в отличие от других народов, которые не имели доступа к Богу и не имели способа очищения, восстановления отношений с Творцом, да, значит, и их можно таки назвать живыми, и гаваонитяне получили место среди живых. Есть повод радоваться. Это лучше, чем среди мертвых. Причем, тоже интересная параллель. Писание неоднократно представители других народов называют псами. И Иешуа говорит серафиникиянке, что разве можно отобрать хлеб у детей и бросить псам? Как вы думаете, серафиникиянка, она обрадовалась, когда ее назвали псом? Я думаю, нет, потому что язычники, они жили среди народа Божьего, они постоянно были в таком общении и знали, что к ним относятся так, что они не,
ну, как бы не, ну, как, не Божий народ, что у Израиля есть народ, который хранит и прославляется, и обеспечивает их. И эта женщина обиделась, плюнула Иисусу в лицо и сказала: «Сам ты пес». Нет, она не обиделась. Я же говорю о том, что я думаю, что они, ну, к ним такое отношение было, и не только от Иисуса такие слова они слышали, я думаю, что они привыкшие были к этому. И эта женщина, вот, она, я думаю, ей не было до этого обижаться или нет, у нее была дочка, которой нужна была... То есть у нее была цель, и ей да. было не до обидных слов. А как ты думаешь, Иисус планировал ее обидеть? Нет. А зачем же он тогда ее так назвал? Я думаю, нет, тут, наверное, все-таки он хотел проверить ее веру. А что? А он не знал, какая у нее вера. Скорее всего, это... Я прошу прощения, он не знал, какая у нее вера? Он мог знать и знал. Но... Он хотел от нее услышать ответ. Так он хотел проверить ее веру или он чего-то другого хотел? Проверить ее веру, это значит, он не знал, какая у нее вера. Нет, он знал. Так если он знал, значит, он не проверял ее веру. Можно в микрофон? Скорее всего, это был язык серафикиянки, которая была, ну, скорее всего, она знала своих потомков. И Иисус ей сказал, что ты живая собака. То есть он имел в виду этот смысл. Я прошу прощения. Он назвал ее собакой. Я прошу прощения, но поскольку мы изучаем Слово Божье, ответ типа «скорее всего», может быть, просто мы поищем что-нибудь в Писании. Может, это будет более правильно, чем высказывать предположения и как бы далеко не всегда... верные. У нас есть вернейшие пророческие писания, чтобы искать там ответов. Есть принцип исследования писаний. Писание толкует само себя. Давайте попробуем в писании найти ответы на эти вопросы. Ну, хорошо, я просто говорю, что когда он назвал ее собакой, она сказала, ну и псы имеют право есть крохи со стола господ. Она назвала евреев господами, а ни в коей мере не обидела, что ее назвали так, как, в принципе, считали себя гавайтяне. Хорошо. Кто еще что хочет сказать? Вот, Таня хочет. Ефесянам 2:11. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные по плотски, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть там были и иудеи, и язычники. И язычников очень сильно унижали, и даже такие были, люди так говорили, что лучший язычник — это мертвый язычник. То есть там... Ну, настолько их унижали и считали вообще за никого, и что там не помогали, когда плохо кому-то, ну, физически. И их, ну, написано, да, что они отчужды от общества израильского, то есть унижение, ну, их очень унижали. И поэтому Иисус, зная культуру того времени и ситуацию, в которой жил этот народ, так сказал, чтобы так они раньше жили. То есть Иешуа пришел, чтобы подстроиться под иудеев того времени? Нет, он много объяснял примерами из жизни людям, чтобы им лучше доходило. Угу. Многие притчи были на их языке, брал в пример их бытовую жизнь и социальное общество, да, в котором они, в общем, жили все вместе. Это было как пример тоже, чтобы и она поняла, и люди рядом понимали, к чему он ведет дальше. Что вот хорошо, все... у меня тогда вопрос. Заповедь... о том, что вот еврею ты не имеешь права давать в долг, а язычнику давай под проценты. Это иудеи придумали или это Бог дал заповедь, проведя четкое разделение между этими и этими? А заповедь вот эти вот народы список предоставил и сказал, вот этих вот уничтожь. Вот эти вот не трожь, хотя они не евреи, вот этих полностью уничтожь, а вот с этими веди переговоры, прежде чем их уничтожить. И если пойдут на твои условия, тогда оставляй в живых. Но пусть платят дань.
Это Бог дал заповеди или это все-таки евреи себе придумали? Я думаю, что общий смысл в нечестии. Ну, как бы, что это по образу жизни. Поэтому, как бы они знали, наверное, ну, знали, понимали, как они живут. Поэтому они. Значит, смотрите, Бог четко, ясно, конкретно провел черту между своим народом Израилем и всеми остальными народами. И позволил приблизиться к себе только Израилю, потому что Бог вступил в завет с Авраамом, и у него были определенные обещания. Более того, Бог обещал Аврааму, что благословляющих тебя благословлю, злословящих тебя прокляну. То есть однозначно. Далее, смотрите, Иешуа говорит, когда Сын Человеческий вернется во славе своей со святыми ангелами, воссядет судить народы. Я знаю, что часто это место в церкви интерпретируется, как придет в церковь и отделит хороших христиан от плохих христиан. На самом деле Писание говорит, сядет судить народы, и судить он будет за то, как эти народы относились к еврейскому народу. Кто сделал одному из малых сих, из братьев моих меньших, тот сделал мне. То есть Иешуа обиду еврею воспринимает как личную обиду. Понимаете? Причем обиду украинцу он не воспринимает как личную обиду. Или обиду русскому он не воспринимает как личную обиду. Более того, Писание говорит, что касающийся их касается зеницы ока его. Бог четко определил, что вот этот народ, это его народ, и он запрещает всем остальным народам, каким бы то ни было образом, унижать, обижать, оскорблять, причинять какой бы то ни было вред. Когда Бог судит свой народ, это совсем другая история. Значит, если обратите внимание, Бог укоряет тех властителей и те народы, которым он дал власть произвести суд над Израилем, что они превысили свои полномочия. Понимаете? Одно дело просто прийти и захватить страну и разрушить храм. Другое дело вот реально начать унижать, оскорблять, обижать. Там, ну, как бы, то есть были определенные границы у этих правителей, которые все правители нарушали. То есть Бог за это потом впоследствии взыскивает из этих правителей, из этих народов. Значит, смотрите, для того, чтобы человеку приблизиться к Богу, ему необходимо было стать евреем. То есть обрезаться и взять на себя ответственность, исполнять Тору. Значит, в соответствии с заповедями о захвате земли и ведении войны, значит, Бог предоставил Израилю список народов, которые необходимо было уничтожить, но были исключения. Значит, это, как я уже говорил, Рав, блудница, Рут, моавитянка, потом Урия, хитиянин, потом Орна и Евусиянин. Это все люди, представители тех народов, которых Израиль должен был уничтожить полностью. Но в силу того, что они таки покаялись и они приняли Бога, как Бога Израиля, как своего Бога, и народ Израиля, как свой народ, они были помилованы, они были оставлены в живых. Значит, и смотрите, Бог предписывал в отношении этих народов полное уничтожение, вплоть до имущества, до скота, то есть город должен был быть фактически стерт с лица земли, значит, города этих народов. Были другие народы, о которых сказано, что когда подойдешь к этим городам, предложи им мир. И если они примут мир, то они будут платить тебе дань. Если они мир не примут, то тогда завоюй этот город, уничтожь полностью все мужское население, оставляешь в живых только женщин, детей, то есть женщины, дети, скот, имущество, это все будет твое. Значит, теперь смотрите, мы, как правило, на войны смотрим в масштабах там, жизни одного человека или одного государства,
да, рассматриваем войны как локальные войны. Ну, то есть на самом деле Первая мировая, Вторая мировая, они не были мировыми по сути, понимаете? Это были локальные войны. Мировой войны еще не было. Но она идет, начиная с Эдемского сада, есть война, это война Господня, и Бог не раз говорит, это моя война, и Израиль получил власть вести войны Господни на территории этой земли. И Бог четко предписал, как эти войны вести. Значит, и вот он дал им эти заповеди. И смотрите, какова была тенденция. Значит, либо народ вообще опустился настолько, что уже был неисправим, и только отдельные личности могли получить спасение, значит, через веру в Бога Израиля. Значит, либо народ еще не совсем опустился, и у него был шанс покаяться и принять мир. Но возвещали волю Всевышнего на этой территории именно израильтяне, которые пришли туда и пришли с оружием. Значит, теперь смотрите, когда Иешуа посылает учеников проповедовать Евангелие, он следует той же самой стратегии. Значит, он говорит, когда вы идете в какой-то город или дом или селение, предложите мир, скажите мир дому вашему, шалом алейхем, да, и если будет в этом доме сын мира, то мир ваш почиет на нем. Если в каком доме или селении вас не примут, выйдите и отряхните и пыль, и прах с ног ваших во свидетельство на эти, против этого города, селения или этого дома. Обратите внимание, во свидетельство, да? Значит, одно из слов, которое определяет народ Израиля, это «эда». Буквально переводится как ну, община, но еще более буквально, скажем, это собрание свидетелей. «Эдут» — это свидетельство. То, что мы говорили, значит, вот праздники мои, «моэд», там тот же самый корень. То есть это свидетельство Божьей славы. Значит, и Израиль является общиной свидетелей. Значит, и в Торе, вот когда необходимо вынести смертный приговор, его можно было вынести на основании свидетельства двух или трех. Свидетельство одного недействительно. Как вы думаете, почему Иешуа посылал по двое? Именно из тех самых соображений. Если двое евреев засвидетельствуют об этом городе или об этом доме, что здесь власть Божья не принимается, что Иешуа здесь как Господь отвергается, нет будущего у этого дома или у этого селения или у этого города. Понимаете? То есть Иешуа послал своих учеников предложить человечеству мир. Первый раз он в Иерусалим, в свой первый приход, въехал на осле. Второй раз он придет на коне. На востоке въезд в город на осле означает приезд с миром. Приезд на коне означает с войной. То есть все четко, ясно, прозрачно. Бог ведет войну с этим взбунтовавшимся миром. И тот, кто примет мир, Писание говорит, что мы несем служение примирения. То есть те, кто проповедует Евангелие, они сейчас предлагают мир этому миру. Тот, кто примет, тот будет помилован. Тот, кто не примет, будет истреблен. Понимаете, о чем идет речь? Сейчас. Микрофон. Получается, Иисус, когда въехал в город, он въехал на осле. Получается, он въехал с миром, и знак это было для царя, что Иисус не собирается с ним воевать, да? Не для царя. А, для народа. Для народа. А. Андрей? Может быть, еще он посылал по двое, потому что
когда двое свидетельствовали о Царстве Божьем, люди могли поверить, что это свидетельство двух людей. Однозначно. Свидетельство двух верно. Смотрите, еще есть одна сторона интересная от того, что Господь делает на земле. То есть вот все то, что я рассказал, это война Господня с врагами. И врагам предлагается мир для того, чтобы покаялись и были спасены. Писание говорит, не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы обратился и жил. Понимаете, у Бога нет цели уничтожать человечество. Он хочет спасти человечество. Значит, есть другая сторона, значит, взаимоотношения со своим народом. Смотрите, древнееврейская традиция показывает нам интересные моменты, связанные с предложением руки и сердца, так бы мы это сейчас назвали, значит, с договором, с помолвкой и с дальнейшей предстоящей свадьбой. Значит, каким образом это происходило? Жених приходил со своими друзьями и с подарками в дом невесты и делал предложение. Если предложение это принималось, значит, жених удалялся, чтобы подготовиться к свадьбе. Друзья жениха оставались с невестой, чтобы, во-первых, сохранить ее чистоту, помочь ей в этом вопросе, значит, и помочь ей подготовиться к свадьбе. И какое в течение какого-то времени она готовится, рядом с ней друзья жениха, которые помогают ей всячески. Значит, и когда жених приходит, происходит свадьба, они становятся мужем и женой. Смотрите, Ишуа пришел с подарками, даровал Дух Святой, дары Духа Святого. Значит, он поднял, воспитал своих друзей и оставил этих своих друзей, а сам отошел, чтобы принять власть. И когда вернется, невеста должна быть готова. И это будет радостная встреча. То есть, видите, есть две категории людей на этой земле. Те, кто является невестой, те, кто приобщается к этому событию, значит, уверовав, покаявшись, приняв волю Божью о себе. Значит, и смотрите, та же Серафиникиянка, она не возмущалась. Она знала, что ей необходимо что-то получить, и получить она может только от того, кого евреи называют Мессией. Значит, она пришла, и она получила. И интересно, что вот эта вот ситуация на самом деле была уроком для Израиля, для учеников Ишуа, потому что он обернулся к ним и сказал, и в Израиле не видел я такой веры. Давай. Микрофон, пожалуйста. И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланяясь ему, и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Женя, сколько у нас осталось времени? 5 минут? Значит, смотрите. Вроде бы как Бог превозносит настолько Израиля, а как же с другими народами? Значит, ну, то, что в Торе написано, мы не можем игнорировать. Бог четко сказал, что для того, чтобы приблизиться, необходимо стать частью его народа. Значит, но при всем при этом среди евреев могли жить пришельцы, так называемые. То есть это не просто не евреи, язычники. Язычники вообще не могли жить в среде Израиля. Значит, в соответствии с Торой, могли жить иноплеменники, которые свою жизнь духовную не опускали ниже того уровня, который был задан после потопа. То есть, если мы обратим внимание, что же там было сказано,
Это книга «Бытие». Девятая глава. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь, размножайтесь и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». То есть вот это уровень, который был задан всему человечеству. То есть это планка, ниже которого человечество не должно было опускаться ни в коем случае. Значит, если вы обратите внимание, какие требования выдвигают апостолы к уверовавшим из иноплеменников, это Деяния, 15 глава. Значит, 6 стиха начнем. То есть это был первый Иерусалимский собор, где собрались апостолы для того, чтобы решать, что же, как же поступить с неевреями, которым Бог даровал Духа Святого. Ну, то есть очевидный факт. Они были не обрезаны, но при всем при этом Бог открыл им доступ к себе. Настолько явно, что никто с этим спорить не мог. И вот апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников». То есть, смотрите, первоначально презрел на язычников. То есть, люди других национальностей никогда не оставались на самом деле без внимания Божия. И с какой целью он презрел на язычников? Чтобы составить из них народ во имя свое. Ну, то есть, понимаете, народ во имя Господа уже существовал на тот момент. И тут вдруг оказывается, что Бог первоначально презрел на язычников, чтобы и из них создать народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его». То есть, видите, здесь утверждается, что эта идея на самом деле не родилась в то время, что эта идея, вот это желание Бога из всех других народов составить народ во имя свое от вечности. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененные крови, чтобы они не делали другим того, чего не хотят себе,
ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. То есть, обратите внимание, те требования, которые они предъявили, они очень-очень похожи на то, что Бог предъявил человечеству после потопа. Понимаете? То есть это минимум, ниже которого человечество не имеет права опускаться. Значит, и смотрите, фраза «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу» — это возможность возрастать в познании воли Божьей для себя. Есть определенный минимум, ниже которого опуститься нельзя, и есть куда дальше развиваться. Есть одно место в псалмах, где говорится: «Я видел предел всякому совершенству, но заповедь Божья весьма безмерна». То есть в том, что Бог дал человеку для познания, тут на самом деле предела нет. Можно совершенствоваться и совершенствоваться и совершенствоваться. И это классно. А вот человеческое совершенство, оно всегда ограничено. Человек доходит до предела и понимает, что цель, которую он достиг, на самом деле не принесла ему того удовлетворения, которое он ожидал. Вот кто мечтал о чем-то вот таком вот глобальном и достиг цели? Вот кто-то когда-то, может, мечтал смартфон купить, кто-то мечтал компьютер, кто-то мечтал жениться, кто-то мечтал замуж выйти. Понимаете? Достигли цели и думаем, неужели ж оно того стоило? Перерыв.